Nokia 5800. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5800». Разъем заряда в этом аппарате меняется очень просто. Его достаточно захватить пинцетом и извлечь из корпуса. Разъем заряда в данном аппарате чаще всего выходит из строя по причине механических повреждений. Классический случай поломки разъема заряда – это падение телефона, стоявшего на зарядке. Новый разъем заряда без особых проблем устанавливается обычным пинцетом. Все, разъем заряда заменен.